начинаю небольшой курс тренировок для начинающего уровня. Возможно, даже после родов, кому надо привести себя в порядок, в тонус мышцы, чтобы были мышцы в тонусе. Упражнений будет немного, по 2, по 3 упражнения. Будете их делать по 30 секунд, ну, по 5 кругов. Упражнения очень простые, очень легкие. Кто любит усложнять, да, упражнения, усложниться в упражнениях, то простые упражнения тоже нужны. От сложных упражнений надо отдыхать. Поэтому все вместе. Вдох и выдох. Вдох и выдох. На улице погода замечательная. А упражнения-то очень чудесные. Смотрите, будем как работать. Ножка за ножку. Вы делаете 2 круга или 3, как разминку. Разучиваете. Вес тела на пятке, плечики назад. Шаг широкий. Выдох. А шаг будет широкий, смотрите, широкий, да? Вес тела вот на ноге, да, которая впереди, на пяточке. Скруточка будет, скрутка по плечам. Здесь копчик зажат. Очень классное упражнение. И немного подсаживайтесь, не стесняйтесь, садитесь на ягодицу. Ручки. Здесь будет очень круто работать плечевой сустав. Выдох, 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 выдох. Пошли. Выдох. Шейный отдел будет работать. Поворачиваем голову. Выдох. Выдох. Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. Можно подпрыгивать. Раз. Два. Три. Четыре. Животик втягиваем. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Очень классное упражнение. И... второе упражнение из положения планки. Очень легкие упражнения. Встаем в планочку. Ягодички втянули. Смотрите, тут стопы идут разворот. Смотрите, ручка вверх, вдох, смотрим на ручку. Выдох. В другую сторону, вдох. Выдох. Вдох на ручку, посмотрели. Выдох, в планке стоим. Вдох, выдох, смотрим на руки. 30 секунд, можно делать побыстрее. С коврика мне неудобно совсем. Выдох, вдох. Смотрите, стопы тут, стопы крутятся, да? Это очень тоже полезно для стопы. Вот, сделайте вот эти 2 упражнения по 30 секунд, 5 кружочков. Всего 2 упражнения. Здесь очень много задействовано групп мышц. Получите удовольствие и приведете все мышцы в тонус. Все работает. Здесь и статическая нагрузка идет, и динамическая нагрузка. И небольшую делаем растяжечку. У меня здесь лошадки пасутся, коровы мычат. В общем... настоящая деревня. Всем желаю классной тренировки. Занимайтесь. Занимайтесь на свежем воздухе. Всем пока.